Если женщина начинает просыпаться в 5 утра, она медленно превращается в бабушку. 5:20 уже! На улице-то утро! Не видно? Нифига! Бабушка! Ну дай поспать! Мишка! Миш! Ты что, не спишь, что ли? Я сплю, бабушка! Ну спи, спи! О! Фасик! 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 Хороший кот! Фасик! Хочешь есть? Фасик! Чё молчишь? Фасик, да ответь ты уже чё-нибудь! Эги! Эги! Что, бабушка? Ты к какому уроку? Ко второму. Бабу дай поспать, а? Миш, мы тебе с Эгиком не мешали? Нет. А с Барсиком? Нет. Миш, просто тебе блинов сделать? Не надо, бабушка, блинов. Ты будешь миксером шуметь. Да, чё, я блаженная, что ли, миксером шуметь? Ну я ж не миксером. Ну, не хочешь блины? А чё хочешь? Ничего не хочу. А чё хочешь? Может отбивную хочешь? Нет, не хочу. А чё хочешь? Миш, не разговаривай с бабушкой! Игорь! 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 Господи, ты большой! Игорь! Игорь! Алло, скорая! У нас человеку плохо! Я его зову, он не отзывается. А, может, летаргический сон впал? Что, что? Ой, уже лучше, ага. Извините. Игорь! Игорь! Что? Тебе сегодня в день или в ночь? Я в утро! Что ж начал такой ради баба? Фрля, поспите еще чуть-чуть. Да не ко мне, фрля! Да боже мой, что такое? Это что? Это чей телефон там вздыкает? Телефон, говорю, чей-то вздыхает. Мигает телефон чей-то. Чей телефон мигает? Мама, он специально на беззвучку стоит, чтобы не беспокоил никого. Алин, ты что, сдурела, что ли? Ты своим бздыком всех разбудишь? А ну, выключай, ума-то нет совсем, что ли? Это что? Кому звонят? Деду Тимону? Деда нет давно? Деду последний раз в 37-м звонили? Может, мне звонят? А кому еще-то? Я считал утрата! Игорь! Алло, вы кому звоните? Мне? Мне?